Всем привет, дорогие друзья! Необычный ракурс для начала новой серии по скайблоку. Итак, дело в том, что в предыдущей серии в самом конце меня ожидал небольшой такой сюрпризик. Дело в том, что два Зимогора сейчас стоят вот там вот. Я, конечно же, сразу же побоялся на них нападать, так как они могут просто меня убить вот так вот, заморозить, и давайте мы их все-таки убьем. Так, мы убили одного из, получается, и там, получается, где-то у нас гуляет еще один. Или, возможно, его уже как бы... нет. Ну что ж, ничего не поменялось с того момента, как я, получается, забрал. Нам нужно еще много кожи, чтобы у нас прям нормально так все отсортировать. У нас, как вы видите, в принципе, уже есть. Давайте, получается, скрафтим у нас новые рамки. Нам нужны только две штуки. Так, раз рамка, два рамка. И все, получается, мы уже у нас отсортировали все. Так что вот так вот. Это очень красиво, прикольно. Мне нравится. Прикольно. В общем-то, коровы. А куда коровы делись? Ну, понятно, в принципе. Надо им, получается, землю, чтобы они, получается, нормально там... Все нормально, да. Я еще планирую то, что где-нибудь в 10-й серии мы вырастим нового, получается, корову. И сделаем у нас коричневую корову. Слушайте, а это неплохая идея. Это неплохая идея. Давайте мы их подстрелим. Они, получается, станут у нас обычными коровами. И у нас тогда будет бесконечная еда. Мы сострелили одну. И давайте сострелим другую, а то она там в углу стоит совсем. И давайте мы ее тоже пострелим. И у нас будет бесконечная еда. И это очень круто. Мы развиваемся. Получается так. Давайте мы скрафтим из всех наших досок заборы, чтобы нашим животным было нормально. По-моему, забор крафтится по-другому. Крафтится вот так, вот так, так, так. Окей. Ну, я думаю, пока что коровам хватит. Вот такой вот территории. Вот так вот, где у нас забор, вот тут он, и получается вот так вот. А как я выйду, вот это, конечно, вопрос, но все легко и просто. Что ж, у нас теперь есть еда, что самое главное на одном блоке, так как у меня, ну, получается только вот это. Сырая крольчатина, ну ладно, у нас есть еда. Давайте съедим на стык. Главное это не показывать кровам. Так, у нас получается есть именно пшеницы. Давайте, у нас должна быть мотыга. И давайте мы немного сделаем побольше у нас территорию. Главное, чтобы 4 блока было от воды. Чтобы было все чики-пуки. У нас теперь есть тыква. Прикольно. Прикольно. Мы ее можем, в принципе... Чем нам тыквы особо? Они какие-то бесполезные. Давайте мы их отсюда уберем. Мне вообще по факту нужен песок, а не тыквы. Поэтому убираем их в сундук с блоками. Мы, по сути, сегодня должны были построить у нас... Так, убираем все вот это ненужное. О, кстати, кремень, привет.
получается пока. Скорее всего, мы будем строить из березовых досок. Но сначала нам нужно построить, получается, крышу. Ну, не крышу, а вот это вот все достроить. Ну и пофиг то, что будет вот так вот. Ну, некрасиво. Но главное, чтобы было. Ну, пока что это выглядит очень плохо. Но поверьте, это будет красиво выглядеть. Надеюсь. Так что все отлично, все нормально. Так, у нас по сути есть семена пшеницы. Мы их вот так вот посадим. Они у нас будут расти, и все нормально, прям вау. Так, давайте дорожку вот к, ну, террасе, можно сказать, со землей. Сегодня прям такая серия разгрузительная, прям можно сказать. То есть. И вот, мы построили вот такую вот дорожку, чтобы нам вот сюда прийти, посмотреть там за коровами. И все в таком духе. У нас, кстати, свинья ходит по дому. Это вот не есть хорошо. Давайте мы ее. Давай. Она не сбежит, я уверен. Поэтому вот так вот. Пока что она будет здесь жить. У нас есть еще куча сундуков. И как-то вот так вот это. Это у нас underground chest. И у нас есть варики сундук и обычный сундук. То есть у нас обычный сундук на одном блоке. Вот вы прикиньте. Так. И вот так вот. У нас уже склад. Ну, нормально. Блоки у нас есть куда складывать. Ну давайте покопаем. Золото, золото. Прикольно. Жаль, алмазы. Было бы прикольно. Это у нас лисица. Лисица у нас снежная. И надеюсь, она не прыгнет. Никуда. О, она украла у меня клей. Какая нехорошая лиса. Ну ладно. Допустим. Скорее всего, овец больше нам не видать, и кровати тоже. Обидно, очень обидно. Еще одна. И две лисы, серьезно. Они просто друг за дружкой бегают, как караван какой-то. Возможно, снежками мы как раз и будем биться с эндердраконом. Возможно. Давайте мы сделаем специальный сундук для, ну, типа оружия. Ну, как бы странно не иметь сундук с оружием. Это тогда как-то странно. Вот, у нас получаются снежки. Вот тут вот будут. Это круто, класс. Прикольно. Прям. У нас меч пока не будем выбирать. Так. И самое главное, не стырили. Это блок стырило. Это что стырило? Это клей. Это вот молодец. Ничего. Да. Молодчинка. Вот и снова вы пришли. Зачем сюда вы мне ко мне пришли? Не понимаю. Сейчас, давайте я просто. Прочность 8 из 300. Лучше бы я свой лук создал. Потому что нитки у меня, в принципе, есть. Представляешь, что это не зачарованный лук, я бы объединил их. Зачем мне лук создаю?
странно. Так, короче, мы убираем все это сюда. Оружие у нас вот тут вот лежит. То есть стрелы вот сюда. Лук тоже сюда. Получается, блоки просто сортируем. Вы не обращайте внимания особо. Что нам нужно создать две печки, чтобы они переплавляли вместе, чтобы было намного быстрее. Давайте даже три. Вот, чтобы прям вообще супер. Так, окей. У нас там было железо, ничего себе. Это круто. Вот, у нас вот тут вот будут стоять печки. Так, в печках по углю. Я, если честно, не понимаю, зачем нам автор дает столько много клея. Ну, глин. Наверное, что-то будет потом, какая-то ачивка с ней связанная, возможно. Это просто мои догадки, если что. Нам нужна куча палок, прям. Окей. Нам, получается, нужно уже какой-то вот другой блок использовать, который вообще не попадается вот именно так. Сейчас это похоже как будто на рельс вот такую. Главное, чтобы я не упал. Вот так вот. Прикольно. Прикольно получается. Вообще, по факту, нужно создать вокруг этой вот... Я что-то уронил. А, ну это факел. Я давайте создам вот такую вот ограду, чтобы мобы прям не могли выходить отсюда. Но главное, чтоб я мог выходить. По факту, следующий этап это будет у нас, получается, Незер. Насколько я понимаю. Надеюсь, что я понял правильно. Пока что четвертая серия это будет продолжение Снежной тайги. И вряд ли мы попадем на следующую фазу. Так, сейчас тап. 851 блок. Я выкопал. Скорее всего, мы сегодня не будем обновляться прям. Вскоре нам нужно скрафтить топор. Кроличка. Костная мука и получается саженец тропического дерева. Кстати, мы можем посадить прям мега дерево, насколько я понимаю. У нас земля есть. И давайте мы по сути построим у нас вот такую вот дорогу сюда. И получается должно вырасти огромное, прям огромнейшее такое тропическое дерево. Ну, вы понимаете, типа из джунглей, которое. Вот, у нас земля. И получается, я думаю, то, что к следующей серии они точно вырастут. Надеюсь, их никто не взорвет и тому подобное. Так, клярочка у нас вот так вот. Чтобы нам самим было удобно карабкаться сюда. Блин, коробка, конечно. Ну, красиво она выглядит, кстати. У нас первое пшено получается. Давайте вот так вот и вот так вот. И мы по факту можем уже покормить наших коровок. Коровы, билетики, хоба. И у нас, получается, будет ребенок. Ребенок вот здесь вот может сбежать, поэтому мы уберем эти тыквы, чтобы у нас все было нормально. Итак, ну мы получили достижение «Ралантический ужин». Получается, сведите пару животных.
Так, крафтим нас новейший топор. У нас хватит на один только. Ну, жаль. Жаль, конечно. Питаемся у нас стейками. Ничего себе! Белый медведь. Жаль, у меня подводка нет. Он может выпасть. Привет, привет, привет. Давай, иди, иди. Ой, почему я шепотом общался? Короче, давайте переплавляем. И потихонечку у нас... Потому что все уже хватит вам, наверное. Итак, ролик достаточно длинный прям. Я записываю каждый ролик по 30 минут, а потом их укорачиваю до 15. Этот ролик же будет, ну, такой, блин, хороший. Так, и давайте скрафтим у нас штаны. Штаны, почему бы и нет. Или как по-английски leggings. Окей. Окей, вот так вот я теперь выгляжу, вы посмотрите на этого красавчика, я реально топовый чел, Skywarser обзавидуется. Мы заканчиваем, спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, я Вести, как вы знаете, меня так зовут, в общем-то, всем, надеюсь, в следующем выпуске мы уже посмотрим на... Прям хорошие такие саженцы. Что ж, с вами был я, Вести, и Каменный Меч.